указали на фамилии, там, допустим, Иванов. Подъехали к Поляну Заря, он там подходит, русский весь, слушай, там Иванов 1200 должен платить. Тогда, да, водитель на красавке. А сел сирийц. Ну, сирийц, ничего такое. И когда приехал на таможню, говорит, слушай, у тебя там едет Ахмам Гурди какой-то, говорит, что у меня все русские. А к норвежцам заехал как перевозчик нелегала, там ему депортация грозила. Да, там серьезное наказание. Да, ему просто как первый раз, и то, что от конторы его простили, дали штраф 5000 крон, на 40 тысяч на водителя повесили за него. А в следующий раз, говорит, у вас будут большие проблемы. Я пытаюсь объяснить, как я могу паспорт проверить у человека. Он мне говорит, пока...